Пожалуй, нет искуснее охотника, чем гребнистый крокодил. В своей стихии ему по зубам практически любая жертва. Но несмотря на все его приемы и охотничьи навыки, бывают и у него опасные ситуации, когда жертва, сопротивляясь из последних сил, может нанести серьезную травму рептилии. Идеальный сценарий – это подкараулить свою жертву, резко схватить и тащить на глубину. Но так бывает не всегда. На этих кадрах крокодил схватил буйвола за копыта, но потенциальная жертва оказалась слишком велика и вытащила голодную рептилию на берег. На помощь сородичу подоспел другой буйвол, который принялся подбрасывать огромного крокодила на рогах. Кстати, буйволы очень опасны и для людей. Ежегодно из-за их атак погибает около 200 человек. Вид считается самым крупным среди ныне живущих быков. Вес взрослых особей варьируется в пределах 1 тонны, а длина тела до 3,5 метров. Высота животного может достигать 2 метров. Правда, до таких размеров вырастают только самцы. Зато оба пола имеют внушительные рога, которые и служат главным оружием при защите от хищников, да и от людей тоже. Африканский буйвол имеет своеобразные рога. Их основания у взрослых особей срощены и образуют подобие щита из костей. Поэтому любители африканского сафари нередко становятся сами жертвами этого зверя. Ведь подобный костный щит не пробивает даже пуля из винтовки. Африканский буйвол отличается очень плохим зрением. Он получает информацию от окружающего мира благодаря очень развитому обонянию и слуху. Этим гигантам требуется каждодневный водопой. В течение дня животному необходимо до 40 литров воды. В связи с этим буйвол никогда не отдаляется от воды дальше, чем на 4 километра. Буйволы – растительноядные животные и в день потребляют количество пищи, равное 2% от массы тела. Животное довольно вспыльчивое, поэтому любители поразглядывать дикую природу из окна своего автомобиля рискуют быть атакованы. Благодаря своей массе отборной говядины, буйволы часто становятся спонсорами львиных обедов. Но именно от этих животных чаще всего страдают и львы. Ведь одолеть такого гиганта порой бывает непросто и всем прайдом. К тому же, буйволы благодаря своему интеллекту отлично приспособились обороняться коллективно, приходя на помощь своим сородичам по стаду и защищая молодняк от голодных кошек.